14 апреля в Госдуме Российской Федерации мэр Самары Дмитрий Азаров выступил с докладом на парламентских слушаниях по вопросам совершенствования системы организации местного самоуправления. Как уже сообщала ТР, 11 апреля на рассмотрение депутатов поступил пакет дополнений в федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления. Дмитрий Азаров, который возглавляет Ассоциацию городов Поволжья, является заместителем председателя общественной организации Всероссийский совет местного самоуправления, принимал непосредственное участие в разработке этих предложений. В понедельник в Госдуме при участии парламентариев, глав городов, представителей госвласти, экспертов и общественников состоялось обсуждение законопроекта. Необходимо отметить, что новые инициативы не отменяют действующие модели формирования органов местного самоуправления, а дополняют их. Поддерживая тренд развития местного самоуправления, глава города озвучил и критические замечания в адрес законопроекта, выражая в том числе позицию Ассоциации городов Поволжья. По мнению Дмитрия Азарова, проект закона до принятия во втором чтении нуждается в существенной доработке, в том числе в части переходного периода для вступления в действие закона, механизм учета мнения населения при определении модели местного самоуправления, схемы перераспределения полномочий внутри муниципального образования и источники их финансирования. Первое чтение законопроекта запланировано на вторник, 15 апреля.